для древних людей бытие маленькими популяциями было абсолютной нормой. Популяция с инцестом. не все штампованы, все одинаковые. Чаще всего это приводит к тотальному слабоумию, там, кретинизму и всяким таким вещам. Ручки-ножки коротенькие, весь он какой-то кривое, лицо у него искаженное, спиной мозг болтаться будет. Вероятность паралича и смерти вообще возрастает несказанно. Это норма жизни. Благо, есть возможность, есть соседи. Два раза больше генов, это приятно. Но, елки-палки, давайте, заключайте браки между собой. снова здрасте, и снова программа «Человек разумный». Ее ведущий Дробышевский Станислав Владимирович, антрополог. И сегодня речь пойдет о инцесте и инбридинге в истории человечества. Такая жуткая тема, на самом деле, но, с другой стороны, отражающая реалии жизни древних наших предков. Ну, для начала стоит, как всегда, определиться с определениями. Инцест – это Скрещивание брачной связи между родственниками, инбридинг — это, в общем-то, то же самое, э -э, ну только как бы в таком более животном состоянии. А вообще по умолчанию инбридинг, если говорить быть инцесте, э -э, практически во всех современных культурах, там за редкими исключениями, рассматриваются как что-то вредное, отрицательное и нехорошее. Э -э, это неспроста, э -э, этому есть совершенно такие прямые генетические основания. Ну, собственно, как это работает? Мы диплоидные. У нас есть два набора хромосом. Э, ну, от а двух родителей доставшиеся, там все это еще прорекомбинировало где-то по пути, но это не важно. Два набора хромосом. И от папы, от мамы. Э, если там, если эти родители, папа, мама были различающиеся, то и гены разные. Соответственно, у нас, по сути, как бы в два раза больше генов. Это приятно. И какой-то признак может через это выигрывать в разные ситуации, например, срабатывают разные аллели. То есть ген-то будет один и тот же на двух хромосомах, но здесь там один вариант, там, А первое, допустим, да, здесь другой, А второе. И э, немножечко разные белки синтезируются, немножко разные процессы запускаются, и в разных условиях мы имеем преимущество. То есть мы можем и так функционировать, и так функционировать. Это приятно. Но если родители были родственниками, и у них на двух хромосомах, ну вот от них доставшиеся одинаковые аллели, там, а первое, а первое, то вариантов э, ответа на окружающую среду у нас гораздо меньше. И, соответственно, мы ограничены в два раза на всякий случай. Ну, представьте, что у вас зарплата в два раза меньше стала, чтобы проникнуться как бы моментом. А еще хуже, если эти аллели какие-нибудь глючные. Вот это прямо совсем печалька. Это, собственно, главная опасность. Ну, если, опять же, родители были разные, и один вариант глючный какой-то оказался, поломанный ген, да, там мутация случилась, и что-то поломалось. Ну и фиг бы с ней, потому что у нас есть от второго родителя рабочая версия, и этот глюк, скорее всего, никак не проявится. А вот если у нас родители были родственниками, и у них этот самый глюк имеется, вот эта вот ошибка в ДНК, э, в этом гене, э, то сходятся одинаковые лили и это дело проявляется, это называется... Э, гомозиготность по рецессиву, если прям зонным языком выражаться генетическим. И это печалька, потому что тогда нету правильной версии. И проявится какая-нибудь дребедень. Ну и с наибольшей вероятностью эти потомки в принципе не появятся. Они даже не родятся. Потому что основной отбор вообще-то идет на уровне еще там первых делений эмбриона. Вот там какой-нибудь базовый фермент не вырабатывается, и все, эмбриогенез не пойдет. И потомка даже и не будет, в принципе. Вот, хуже, если он появится. Э, потому что если он появился, значит, все базовые свойства у него биохимические, в принципе, работоспособные. То есть он дышит, сердце бьется, да, мускулатура там как-то фурычит более-менее, пищеварение работает. Но э, ошибок может быть много. Тем более, что у нас есть такое явление, как плеотрепизм, то есть когда э, много генов влияют на один признак, э, а один ген может влиять на много признаков и как бы вот есть ген, а он выражается и в цвете, и там в поведении, и в какой-нибудь там, не знаю, биохимии, да, там сложной. И вот у нас эта мутация, она дает кучу-кучу разных эффектов. И тогда получается, что потомки раз за разом, ну, если вот близкоростное скречение происходит, будут рождаться с этим глюком. Причем они будут выживать, и у них будут проблемы, и часто это будут проблемы именно что с интеллектом, потому что, ну, если на человека все это смотреть, проецировать, э, чаще всего э, у нас все это отражается именно на мозге и на поведении. Потому что наш мозг — это наша самая сложная часть, кодирующаяся каким-то там гигантским количеством генов. И для нас это самый важный признак. Если это на популяцию распространяется, ну это прям вот э, какая-то популяция с инцестом, да, когда они там все друг другу родственники, так они все такие же, как бы недоделанные, и поэтому они даже не поймут, что что-то не так. Э, потому что они сами такие же. И э, деградация может произойти катастрофическим образом. Ну а если такая популяция э, инбридинговая, да, инцестная, живет в окружении каких-то более адекватных э, где этого нету то э, их могут снабжать снаружи, в принципе. ну, То есть они что-то там делают маломальски полезное да, и выменивают там, ту же одежду, орудия труда, еще что-нибудь такое, и могут реально годами жить э, в этом состоянии. А иногда это даже приводит к э, уже социальной такой структуре, где э, эндогамность, то есть замкнутость и браки с родственниками становятся нормой и такой предписываемой нормой. Это может быть э, в качестве социальной фишки для отдельных страт социальных, а может быть в качестве прямо этнической фишки. Ну, социальные еще куда не шло. Хуже, если это становится этноопределяющим признаком. И тогда возможны варианты. Э, ну, чаще всего это приводит тоже к вырождению, когда накапливаются какие-то там вот эти рецессивные мутации ужасные, и народ прям погрязает в этом деле, и чаще всего это приводит к тотальному слабоумию, там, кретинизму и всяким таким вещам. Причем кретинизм не в качестве ругательства, а в качестве прям таки диагноза. Но э, поскольку среда, в общем, нормальная, то так можно. И, в принципе, ну, как бы они не помирают, как бы, да, живут там, баранов по сути, у них все хорошо в этом смысле. Вот, возможно, другой вариант, когда вот такой инбридинг страшный э, чудесным образом не приводит к вырождению, это если нету вот таких вредных мутаций. Такое тоже может быть. И тоже могут годами жить вполне себе в таком состоянии, ну, скажем, андаманские аборигены. Андаманские аборигены неизвестно когда прибыли на Андаманские острова. Никто не знает, но с неслабой вероятностью под 50 тысяч лет назад. Ну, по крайней мере, в это время шло расселение из Африки, судя по внешнему виду самих этих аборигенов, где-то тогда они там оказались. При том, что вот уже в историческое время у андаманцев не было лодок, способных передвигаться на большие расстояния. Э -э, ну, то есть вдоль берега там плавать как-то еще куда не шло, да, а куда-то там далеко они доплыть не могли. Э -э, и как-то становится не вполне очевидно, как они вообще там оказались. Ну, видимо, кто-то приплыл, а потом уже не могли они построить такую лодку, чтобы уплыть обратно. Понятно, что островов там довольно много этих самых андаманских, э -э, а отличается особым как бы, вот, э -э, эксклюзивом, Малый, малый сент остров. И он малый. Он действительно небольшой. Он-то в поперечнике что-то там пару километров, что ли. И по подсчетам там живет от 20 до 200 человек. Но больше их там чисто физически не поместится. Им же еще что-то есть вообще надо каждый день. Э -э никто не знает, сколько они неконтактные. Но в любом случае это настолько мизерное количество, что у них 100% идет уже там сотни точно лет, а скорее всего тысячи лет близкородственное скрещивание, причем у них язык отличался и отличается от других языков андаманских аборигенов. опять же язык толком не изучен, потому что они неконтактные, да и соседних аборигенов там не сильно много изучали, вот поэтому там связи понять довольно сложно, но он изолированный язык. выходит, что тысячи лет они там сидят и ничего, сидят и рожам незаметно, чтобы они как-то были вырожденные. то есть там, э, вот, по крайней мере по фотографиям, то что доступно, да нету какой-нибудь вочи, пасти, там что-нибудь такого страшного, ужасного, какой-нибудь там карликовости. Ну, они, конечно, там метр пятьдесят ростом, но у них это не карликовость, это как бы не отклонение генетическое, а это норма жизни. Ну, потому что э, пигмейский рост, это не карликовый рост, это довольно обычное явление в самых разных вот тропических странах. И там тоже это возникло. Ну, тем более они там не запредельно маленькие все-таки. Э, и ничего, живут. Вообще, видимо, для древних людей ее маленькими популяциями было абсолютной нормой. Но все-таки проблемы гетерозиса никто не отменял. С этим как бы сложности всегда были. Поэтому у приматов еще в наидревнейшие времена возникла система генетических обменов. Она, естественно, авто, абсолютно автоматически возникала. То есть просто кто не обменивался генетически, тот вырождался и погибал в среднем. А тот, кто обменивался, в среднем выигрывал. И получается, что э, у разных приматов это по-разному реализовалось. Где-то это матрилокальность, где-то патрилокальность. Но вот у человекообразных получилась патрилокальность. Когда мужики сидят более-менее на месте, а женщины перемещаются с места на место. Вот. Но э, и при этом генетический обмен может быть с разной степенью родственников. И на разных древних людях мы это видим не одинаково. Э, вот у, например, кроманьонцев и неандертальцев. Две в своем роде противоположные системы возникли, крайне познавательные. У неандертальцев, при том, что и у тех, других, у других, и у, тех, у других патриолокальность, у неандертальцев э, было как раз вот повышенное близкородственное скрещивание. Э, особенно яркие примеры из Эльсидрона в Испании где-то там 50 тысяч лет назад, э, ну и всяких там других мест тоже. В Эльседроне лучше всего изучено. Э, там целая группа, синхронная, одновременная, потому что их там съели другие неандертальцы. И генетически они все одинаковые. То есть э, есть э, три мужика, и они все просто братья. Э, и три женщины взрослые. Из них одна сестра с наибольшей вероятностью. Просто там митохондриальная ДНК ровно такая же. Прям один тютелька в тютельку. Вот. И еще две значит, женщины, которые на уровне там, максимум там, двоюродных и троюродных сестер. Э, вот к этим вот. Э, и их же дети там тоже шесть детей, как бы, да, ну, там, э, три одной женщины, три другой, еще одна, видимо, то ли бездетная, то ли там дети разбежались, когда их ели. Э -э, и получается, что вот они все друг другу родня. Э -э, вот прямо на уровне, там, максимум, там, четвероюродности. Но это прямо совсем запредельно, а, скорее всего, двоюродности, троюродности. <сёк> ну, вот неандертальцы были супер замкнутые. И это имело последствия, потому что в этой Эльсидроне, в этой пещере, у них, ну, не сказать, чтобы у всех, но у большинства есть какие-то врожденные отклонения то есть неправильно прорезавшиеся зубы, которые не то что там криво растут, да, а они вдоль челюсти, внутри челюсти растут, Там в одной челюсти, две штуки таких зубов, или какие-нибудь несросшиеся дуги на шейных позвонках на Атланте, например. А Атлант это, на всякий случай первый шейный позвонок, на которой голова держится, на котором держится голова. И если он не сросшийся сзади, это такое резкое снижение прочности, и спиной мозг болтаться будет просто, да, где-то там под мышцы. То есть эта вероятность э, паралича и смерти вообще возрастает несказанно. Э, какие-то деформации, опять же, не сросшиеся кости в запястье, э, какие-то еще там искажения других позвонков, ну, то есть там масса-масса всего. Э, и это вот на фрагментах костей, строго говоря. То есть там даже не целые скелеты-то. Их сожрали, их раздолбали в пыль практически, и от них мало чего осталось. И то мы видим кучу-кучу вот этих вот врожденных отклонений. То же самое в Крапине. Тоже группа тоже съеденная, только там с древностью 130 тысяч лет назад. И тоже они все штампованы, все одинаковые, и тоже с такими же отклонениями. Вот и таких примеров масса. Вот совсем недавно нового нашли неандертальца, который довольно специфический, от других неандертальцев отличается. Но у него, опять же, четвертые маляры на нижней челюсти, справа и слева. Это вообще редкий такой пример. Э, такое бывает, там, ну, там, один человек, там, не знаю, на 200, наверное, если не реже, ну, даже, наверное, и реже, э, гораздо, там, на тысячи каких-то людей, вот. А у него вот с двух сторон на челюсти. Причем такой приличный маляр, ну, какой-то такой кривенький, но тем не менее. Э, и генетический анализ показал, что этот персонаж э, э, принадлежал какой-то супер гомозиготной популяции, которые тоже там все как бы родители были родственниками, и отделились от всех других неандертальцев э, порядка 130 тысяч лет назад. Э, ну уж больше 100 точно. То есть это как бы вот совсем какая-то линия, причем это все в Европе в западной. То есть казалось бы, вот везде-везде неандертальцы, ну елки-палки, давайте, заключайте браки между собой. Нет, мы сидим в этой пещере 130 тысяч лет подряд и будем браки заключать между собой. А мы сидим в другой пещере и будем заключать браки между собой. И вот они сидят каждый в своей пещерке, каждый со всеми какими-то этими странными приколами, э, с со искажениями там позвоночники и так далее, но они очень крутые при этом всем. Культура у них вполне достаточная, охотятся они вполне себе умеют, им ничего другого не надо. Э, и у них вроде как все нормально. То есть, ну, у всех какие-то там расщепления крестового канала, как в Кибаре, допустим, да, там еще что-нибудь такое, там на поясничных позвонках какая-то ерунда, там в кистях, стопах, еще где-то, там какие-то отсутствующие конечности иногда, ну там не факт, иногда это непонятно, то ли травма, то ли врожденная, но запросто и врожденная. Ну вот как в Шанидаре там есть гипотеза, что у него отсутствие руки, это на самом деле врожденная особенность, такое может быть. И вот такая как эта ерунда возникает, но они все примерно одинаковые, и статус-кво поддерживается, и в принципе как бы и вроде хорошо. И тут, э, откуда не возьмись, из Африки приходят кроманьонцы. А у кроманьонцев совсем другой подход к жизни, потому что они жили всю дорогу в Африке, где э, общение было гораздо больше. Ну, просто среда богаче, банальная. Конкурировать особо смысла нету, и даже на сравнительно небольшой территории может быть довольно большая плотность населения. Вот у неандертальцев с этим были проблемы, потому что это ледниковый климат, зверя не так уж прямо и много, на огромные там, сотни километров никого нету. И с кем вы будете браки заключать вообще в принципе? Кого вы в своей жизни увидите, кроме своих вот этих вот родственников? Понятно, что вы в итоге будете жениться и замуж выходить забрать братьев и сестер. Потому что, а за кого еще? Если соседи живут там за тысячу километров, и они только и думают, как бы вас убить и съесть, то с ними брак заключать как-то не очень здорово. Ну, вот, а свои проверенные люди. А вот кроманьонцы, когда живут в окружении все время каких-то соседей, то они знают, что с соседями, в принципе, можно и договориться. Чисто на автомате, ну, если много соседей, э возникает экзогамность, когда браки заключаются с как можно более отличающимися персонажами. Э потому что чисто автоматически те, которые эндогамные, они вот так вот имеют шанс выродиться, у них накапливаются вот эти рецессивные мутации, и они проигрывают, у них хуже дети выживают. А те, которые заключают браки с соседями, благо есть возможность, есть соседи, и соседи не такие злые, потому что им жертвы хватает, в принципе, им как бы драться особо смысла нету. Вот. То как бы потомки не имеют вот этих вот проявлений рецессивов, хорошо выживают и плодятся. И, соответственно, и вот эту социальную структуру тоже проецируют следующее поколение. То есть понятно, что экзогамность и андогамность, они не врожденные. То есть сами по себе они генами не передаются. Но они придутся социально, и это тоже очень прочная штука, на самом деле. Ну, то есть, Хотя как бы и не генетически, какая разница, да? Если все там предки так делали, то и мы так же будем делать. Вот. И вот эти самые кроманьонцы с таким вот широким взглядом на жизнь приходят в Европу и сталкиваются с неандертальцами. И вдруг оказывается как бы столкновение цивилизаций, что у неандертальцев и вся культура очень такая затхая и э, такая однообразная. То есть они все штампованные, во-первых, все одинаковые. А во-вторых, культура у всех одинаковая. Потому что они 100 тысяч лет уже живут в этой Европе, им ничего другого, в общем-то, и не надо. У них все с этим хорошо. Вот все примерно с, одной, с одними копиями, все умеют охотиться на одних и тех же животных, и как бы и нету смысла как бы обмениваться информацией. Они и не стремятся, и они даже и противятся скорее этому. И тут приходят кроманьонцы, которые привыкли брать жен из соседних племен, а через этих жен перетекают новые какие-то технологии, инновации, какие-то новые соображения, и кроманьонцы начинают гораздо бодрее осваивать среду. Хотя, казалось бы, они здесь вообще ни разу не местные, и они вообще не знают, что здесь делать, да? и на кого охотиться, и как охотиться, но они, гораздо бодрее соображают. И если вдруг у кого-то появилась какая-то технология, ну, там, научились плести какие-то новые селки, через 10 минут все до горизонта будут уметь плести эти селки. Научились делать копьеметалку и шварять копье там в два раза дальше. Тут же через три дня все будут шварять копья копьеметалкой. Ну, три дня — это то, что они будут учиться. И технология будет развиваться гораздо бодрее. И, глядишь, они понаехали, а уже средой пользуются лучше, чем неандертальцы. Вот, правда, отдельные группы карманионцев в ловушку неандертальскую тоже попадались, потому что, ну, среда-то тоже диктует свои условия. И известно несколько примеров, когда у хроманьонцев тоже инбридинг э, начинал преобладать. Э, несколько таких примеров известно, например, из Северной Италии. Э, самый такой яркий, наверное, это репар Велобруна, где скелетик, он такой идеальной сохранности практически, тоже с кучей отклонений, там у него чего только нету. Он весь какой-то там перекосеченный, ну, он вроде как и такой нормальный, как бы, да, если не присматриваться. А как начинаешь присматриваться, тут у него чуть не слава богу, тут не слава богу. Тут у него какое-то там отклонение в строении, тут отклонение, там, опять же, какие-то с позвонками косяки, с лопатками какие-то странности, там, какие-то ну приросшие Вот, и с зубами что-то там не слава богу, и кариес у него тут же возник. Ну, правда, ему там починили, помпу поставили, но это как бы уже другая история. И вот это явно, да, пример близкоростного скрещивания или в Рамита, где тоже генетический анализ показал, что они, они хронологически, кстати, довольно отличные друг от друга, там между ними расстояние по времени довольно большое, а генетически они все штампованные. Вот. И, опять же, гетерозиготность у них там близка к нулю, а гомозиготность велика, то есть генетически однообразная. И тут же, бац, среди них появляется Рамита первый, который с карликовостью, ахондроплазией, это, видимо, как раз из-за близкородственного скрещивания. Ну, вот, ну, то есть причин карликовости много, на самом деле. Там разные бывают и средовые, и там с химией какой-нибудь связанные, там что не бывает. Ну, вот. ну и с близкорослым скрещиванием в том числе. Э -э тоже какой-то рецессив, там что-то не, -не, не синтезируется как надо. Да? И вот, глядишь, у него уже ручки-ножки коротенькие, весь он какой-то кривой, лицо у него искаженное. Э -э но другое дело, что они были добрые, то есть они друг друга-то любили более чем. Они же сплоченная семья. И они его содержали, и он прожил вполне себе такую полноценную жизнь. Трудился, кстати, у него там плечевые кости такие накачанные. И в могилке с девушкой оказался. Вот, с большой вероятностью с сестрой, сестрой какой-нибудь еще к тому же. Э -э, потому что, опять же, генетика там у них, видимо, одинаковая. Э -э, и э -э, выходит, что э -э, вот э -э, их тоже настигло вот это близкородственное скрещивание. Ну, когда у нас в верхнепалеолитических могильниках, ну, когда это можно назвать могильником, есть больше одного скелета, ну, такое нечасто бывает, но бывает, то мы почти всегда, ну, кроме вот этого рамита разве что, да, видим, что люди разные. Когда мы находим э, несколько скелетов, там, плюс-минус синхронных, где-то рядом, иногда они прям в одной могиле лежат, то мы видим, что они генетически, э, видимо, сильно не одинаковые ну, если они уж совсем там не родня, как в Дольних Стоинск, там есть три скелета в одной могиле, там, да, два брата и сестра с какими-то кучей там генетических отклонений, но там, видимо, не из-за близкоросного скрещивания, а так им не повезло. Там мутация, видимо, какая-то была. А вот в других случаях они все наружу разные. Ну, вот, допустим, в Джоу там э, три скелета, один похож на папуаса, другой на эскимоса, Третий на такого типа то ли европейца, то ли австралийского аборигена. Э, ну так, чисто, конечно, внешне, но тем не менее. Э, и то же самое именно Тагаве. Там три черепа все разные. Да? Сунгере там три черепа все разные. Это говорит о том, что там, может, не так уж прямо сознательно и осознанно, но люди стремились заключать браки с как можно отличающимися персонажами. Потому что знали, что если заключать браки с родственниками, Ничего хорошего не будет. То есть просто жизненный опыт такой был. Ну и чисто на автомате, потому что если кто заключал проекты с близкими родственниками, то как у неандертальцев рождались и как бы проигрывали соседям. А те, кто экзогамию практиковал, те прекрасно себя чувствовали. Ну, благо, э, за счет экзогами обмен информацией, за счет этого лучшее использование ресурсов, за счет этого большая рождаемость, меньшая смертность больше территория, больше задействована всяких э, ресурсов, опять же, и они выигрывают. И популяции начинают расти, и даже на бедной среде, где раньше там 10 неандертальцев выживало, выживают уже там 50 кроманьонцев неожиданным образом, и жить становится лучше и веселее. Но уже совсем как бы ситуация меняется в неолите, понятное дело. Когда народу становится еще больше, когда прям большие коллективы, и проблемы вот эти инцеста и инбридинга уходят куда-то совсем уже на задний план. Ну, кроме вот каких-то несчастных изолированных популяций где-то там в горах. Чему тоже примеры, конечно, есть, как я упоминал, но это скорее как исключение уже. А такие отголоски вот этих вот древних проблем мы видим в системах э, брачных связей, в системах родства. Особенно примечательно они у австралийских аборигенов. Ну и всем рекомендую почитайте про брачные системы австралийских аборигенов. Это прям такая задача для дешифровщиков, что вообще имелось в виду и как это вообще должно работать. Потому что кроме самих аборигенов вообще мало кто понимает, как это действует. Вот. Но старательные этнографы все это зафиксировали, и там почти всегда экзогамия. Причем такая принципиальная, э, с учетом еще того, что для них часто родство было мистическое важнее, чем буквальное, э, чем такое биологическое. То есть там свои кланы, фратрии, там какие-то вот эти вот связи хитроумные. И там папа и мама и братом могли считаться не чисто биологические родственники, а вот фратриальные или там клановые родственники. Вот. Но это собственно отражение того, что биологии не было. генетику они не изучали, а действовали по наитию и чисто, опять же статистически. Ну и современное человечество живя в составе 8 миллиардов человек, да, даже наверное уже и больше, э таких проблем почти лишено. Ну, а когда такие проблемы возникают, все остальные смотрят с осуждением и так вот укоризненно кивают головкой и говорят, ай яй, -яй зачем же вы так, вам же хуже. Э -э ну, потому что действительно, им же хуже. И в большинстве культур э инцест и инбридинг воспринимаются отрицательно. Э -э ну, на таком как бы подсознательном, по сути дела, уровне, что это неправильно. Это не должно такого быть ну, потому что не должно такого быть, потому что никому от этого лучше не становится. Вот, хотя периодически и возникает. А, а посему а, пишите комментарии, что вы знаете по этой теме. Понятно, что по этой теме известно намного больше, чем я сейчас сказал. Ну, просто несказанно больше. А, оставляйте комментарии. А, надеюсь, вы этих проблем лишены. И с вами ничего подобного не было и не будет. И с вашими предками тоже. Ну, там вплоть до австралопитеков. А, подписывайтесь на канал подписывайтесь на телеграм-канал ставьте лайки если вам все не понравилось и все ужасное и плохо и все не так ставьте конечно же дизлайки пишите в комментариях почему вы такое сделали впереди вас ждет еще масса всего любопытного